Вот, пройдя еще метров 150-200, вот такой пологий участок, ровненький, вот знак. И вот туда уходит дорога, видно на гору. А вот здесь я смотрю, похоже, что кто-то ходил по тропе туда вниз. Видимо, где-то там спуск в ту же бухту аквалангистов. Вот очень похоже, что там где-то можно как-то пройтись по той ложбине вниз. А вот там вверху гребень такой идет, вон он тоже вниз уходит. Мы двигаемся вот сюда. Ну, тропа хорошо маркирована. Видно, сняты люди, когда ходят, многолетний слой хвои. И вот идет под достаточным таким углом, поднимается вверх.